Каждый год мы отмечаем День государственного флага России. Это один из главных символов государства с тысячелетней историей. И потому флаг заслуживает самого уважительного к себе отношения. В этот праздник единения славянцы собрались на торжественное мероприятие в Северном парке города. 33 года прошло с того памятного дня, когда в августе 1991 года над Белым домом в Москве был впервые официально поднят трехцветный российский флаг. С тех пор наша страна пережила много событий, и в настоящее время она самостоятельно решает свою судьбу и заботится о благополучии народа. Мы все вместе творим историю страны под флагом, цвета которого символизируют силу, веру, благородство и любовь к своей родине. Российский триколор – символ независимости и суверенитета страны, преданности национальным интересам. Он гордо развивается над столицей нашей Родины. Его знают буквально во всех уголках мира. Он вышит на шевронах наших воинов. Государственный флаг объединяет нас и помогает почувствовать, что вместе мы многонациональный российский народ. И успехи каждого из нас составляют богатство всей нашей страны. В этот праздничный день я желаю всем, дорогие друзья, крепкого здоровья, мира, добра и счастья. В рамках акции «Мы, граждане России» в торжественной обстановке юные славянцы получили главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Для ребят это было очень важно и трогательно. Взволнованные слова и поздравления прозвучали в этот день. Позвольте поздравить всех вас с праздником, замечательным днем. Российский триколор – всегда и везде представляют наши воины. Это символ государства российского. И все мы гордимся тем, что мы жители такой замечательной, прекрасной страны России. Затем состоялось чествование наших земляков, участников специальной военной операции, помощников фронта, участников акции по сбору гуманитарной помощи. Были вручены медали, почетные грамоты и благодарности. Медалью участнику гуманитарной помощи была награждена председатель Славянской районной организации Союза женщин России Татьяна Доцко. Под флагом нашей страны, когда деткам вручают паспорта, спасибо огромное нам, волонтерам, медали, поздравляют наших военнослужащих. Это наша гордость, этот флаг, и такие мероприятия необходимо проводить для того, чтобы все знали, что это наша гордость, что мы россияне и что мы всегда победим. В числе отмеченных благодарностью боевого братства атаман прибрежного хуторского казачьего общества Игорь Быковский. Значимость данного праздника в разы возрастает. И как сказал также Роман Иванович и присутствующие, что на шевронах бойцов наших специальной военной операции нашиты наши государственные флаги, вот как и у меня тоже. И, соответственно, поздравляю всех с этим праздником. Гордимся мы нашим флагом государственным. Славянские таланты, поддерживая праздничное настроение, порадовали своим искусством всех собравшихся. Молодежь старается отлично учиться, занимается общественной работой. Им есть кем и чем гордиться. Эстафету патриотизма они принимают от старшего поколения. Флаг – это символ нашего государства. Он очень важен для всего народа. Он выгружается на всех государственных важных зданиях. Я очень горда, что я родилась в такой большой стране, как Россия. В завершение мероприятия собравшиеся приняли участие в проведении флешмоба под российским флагом и развернули большой российский триколор. Празднование Дня флага России продолжилось в Славянском доме молодежи. Флаг России – это гордость всего нашего народа, символ великой державы. Он вдохновляет жителей страны на воинские подвиги и трудовые свершения. Об этом говорила начальник управления по делам молодежи района Елена Бондаренко. Сегодня такие вот красивые слова говорить, да, что означает каждый цвет. Но флаг символизирует для нас гордость. Гордость за то, что мы россияне, за то, что мы живем в России, за то, что мы помогаем нашей стране сохранять традиции, потому что флаг нам напоминает о том, какая была у нас история, помогает нам напомнить о том, какие периоды сложные были в нашей истории, какой сейчас сложный период, но также помогает нам гордиться нашей страной. К
Команды из города и района участвовали в интересных соревнованиях, где были сборка спилс-карты Славянского района и целый ряд увлекательных и полезных мастер-классов. По итогам состязаний были отмечены отличившиеся. Лидерами стали команды Рисового и Протокского сельских поселений и филиала Кубанского госуниверситета в Славянске на Кубани. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Станислав Бурбыко. Программа «События».